Глаз. Мне кажется, это очень много значит. Очень красивое место, и я не знала, куда эта дорожка ведет просто. Только сегодня узнала. Вот видно отсюда недостроенную церковь и вот такой вот красивый поворот реки, изгиб реки. Ладно, пошли дальше. Здесь немножечко слякотно, я бы сказала. Да. Потому что вчера был просто ужасный ливень. И, короче говоря, просто не пройти вообще нигде. Такое дерево большое. Здесь действительно чувствуется, как на юге, я тебе скажу. Кузнечики стрекочут. Не хватает только цикад, наверное. А вот там вот мой любимый горбатый мостик. И сейчас я до него дойду. Так много грязи кругом, что даже скользко, если честно говоря. Да. Это вот остатки старых построек, которые были на месте деревни, которая сейчас город. Вот такие вот домики. Ну, здесь вроде бы раньше была пожарная часть, если не ошибаюсь. Так что... До сих пор остались лужи. Очень много чертополоха. Это улица Пожарный проезд в честь
как я уже сказала, бывшей здесь когда-то, давно, век назад, пожарной части. Сейчас я пойду по короткому мостику и пойду туда. А потом туда. Я немножечко разворошила их. Я очень люблю чертополоха, если честно. Слышь, как громко кузнечики стрекочут. Какие вот здесь симпатичные березы стоят. Это место пользуется популярностью среди местных, чего они тут только не делают. Начиная от шашлыков до распития спиртных напитков. В общем, любят они это все. Я думаю, это едет электричка Любанская, наверное. Ее ты уже видел в прошлый раз. Вот эта улица, по которой я сегодня уже шла, когда я пришла пешком в Тосно. Вот так.